Харьков, площадь Свободы. А, 14 марта, время 16:48. А, только что прошел брифинг возле памятника Ленина Игоря Масалова, одного из возможных кандидатов на пост народного депутата. Алло, да, Володь, мы сейчас Масалова. Скоро, наверное, позвонит. Ну сейчас, минуточку. Я сейчас пройдем за хрустей. Кто здесь? А я думал, какой Фена, думаю, это Фена залили. Организация парка регионов начала формировать совершенно по-другому принципу депутатский корпус и посчитал, что я, так сказать, являюсь его в какой-то степени антагонистом. Действительно, у нас были споры, действительно, по политическим вопросам. Я предлагал провести дискуссию, депутатам включать список на альтернативной основе, а не только их знакомых. По существу в областном совете много получилось бизнесменам, которые при вот ситуации, которая возникла, все сразу разбежались. Я поэтому считал, что вот у нас возникло не синхроном, а подсъемки. Давай противоречие в этом вопросе. Видимо, ему не понравилась моя позиция. Я не был включен в этот список. Так, как я говорил, уже, наверное, 16:50. Планируется завтра, 15 марта, массовый митинг на площади Свободы. И 16 числа заявлен митинг «Народная вера» с постановкой вопроса о народном референдуме. Ну, а в настоящее время на площади Свободы, вот по всему периметру, устанавливаются бетонные блоки, и на них монтируется сплошной забор. Вот такая у нас площадь Свободы. Харьковский окружной административный суд же дал запрет, да? Снимать это одна минута дело снять. Это чтобы машины, говорят, на людей не наезжали, какой-то. Не, ну обязательно, это не цели. А вон стоит. Что стоит еще? Что стоит? А вон как, запор у меня здесь стоит. Да, и машина еще вот прибыла. От кого ставить? От машин. От машин. На воскресенье готовят это, да? Ну и на субботу что-то митинг. Ну и завтра будут люди, и в воскресенье будут. Это крайне неприятно. Это характеризует власть. Я говорил губернатору, что уберите войска, которые там стояли страшно. Для защиты, так сказать, здания. Поэтому происходит как бы такой баланс.